Так, ну что ж, гусеница выглядит красиво и мощно. Единственное, что мне не нравится, это подвеска вот эта висящая. Поэтому поставим сюда пару болтиков. Так, болтики вы знаете, где найти. Это шифта и болты. И нам надо хит сказать, что кап. Так, нам даже не надо там ничего делать. Мы его просто сейчас уменьшим. S. Вот так. Троечку сюда поставили. И еще уменьшаем. Покуда она не поместится вот здесь. Сейчас тут хорошо. Чуть побольше еще сделаем вот так, чтобы здесь прикоснуться к ней. Так. Так. Далее сделаем следующее. Shift D. По Y, да? Отлично. Так, и если мы сейчас скажем, что объект Origin 3D курсор, то по оси Z у нас должен получиться Mirror. Но я вот думаю, их надо ли объединять. Ладно, посмотрим. Mirror CZ. Ну да, получается, что одна. Нет, так нам не выгодно. Мы сейчас объединим объект Join. Вот так. Они объединились в одну. Еще раз проверим, так ли у нас это кусок. Уберем лишние трансформации. И теперь скажем apply. Извиняюсь, apply. Так, и скажем также smooth. И в смузе произведем вот это действие auto smooth. Не так чудесная гусеница получилась, правдоподобная такая, да? Ну а теперь давайте возьмем еще подшипничек. Shift D. Перейдем его по оси X и перевернем. Нам предстоит сделать X 90. Так, точно 90, да, нам предстоит сделать такой большой подшипник. Теперь сверху посмотрим. Это мало будет. Давайте делать его поболее. Это будет основа, на которой будет стоять наш сделать вот так, потому что сейчас нас не интересуют, какие там получатся. Нас интересует объем. Вот так. Так, ну вот здесь мы теперь взяли кусочек полигончика S по X немножечко изменим. Вот так его сделаем, да?
Ну да, может быть, еще чуть подлиннее, может быть. Или сдвинуть G по оси Y. Да, я думаю, вот так надо сдвинуть, вот так будет хорошо. И также к нему прицепить модифер солидный, который. Посмотрим, насколько он солидный должен быть. Ну, давайте вот так его оставим, скажем так, так. Хорошо. И применим к нему еще это Apple, Apply. Да. Так, почему не откликаемся? Достаточно 0,1, все будет прекрасно. Хорошо. Теперь, может быть, даже он толстоватый немножко. Все это экспериментально, ребята. Поэтому все делаем экспериментально. Вот так оставим. Так. Теперь возьмем, нам надо две трубы. Одну побольше, вторую поменьше. Сейчас мы так и сделаем. Квадратные трубы — известные штучки. Все, думаю, может быть, маловатую площадку я сделал. Делаю вот так. Ладно. Хорошо. Итак, трубы. Куб. Поднимаем наверх. Так. Далее начинаем его S по Z сплющивать немножко. Так, первая труба будет вот такая. И в ней мы проделаем отверстие. Но сначала мы ее растянем по X. Сверху будем глядеть. X. S. X. Потянули. Вот так. Красненько. Так. И теперь ставим ее на место. Думаю, может, чуть побольше сделать ее. Не знаю. Пойдет так. Пойдем. Edit Mode. Выделим вот это. Эту часть. И. Так. Немножко неравномерно она, да? Поэтому берем все ее ненужные. Вот теперь все нормально вроде как. Так, вот такая труба. Нажимаем Edge Bridge. И применяем к ней модификатор Bevel. Точка. Достаточно будет. Так, кладем на место. Троечка. Объект мод. G. Пожалуй, вот так будет достаточно. Так, ну а теперь еще одну нам надо сделать. Сейчас мы эту поставим на место. Вот сюда. Так. Далее мы ее скопируем. Shift D. Поставим вот сюда. И тут уже сделаем ее побольше. Думаю, что вот так будет хорошо.
сверху посмотрим. И по оси X уменьшим. А также по оси Y. Поставим на место. Вот так вот. Так, один у нас пропал туда. Установим порядок. В центр курсора и вот такую площадку. Сейчас давайте внимательно посмотрим на нее. Возможно, нам придется еще ниже опускать, выше, но не важно. Факт то, что мы сейчас сделаем еще один момент. Мы возьмем тоже кубик, хотя можно пока так оставить. Хорошо. До встречи в следующем видео.